Нефтяная столица республики принимала сегодня делегатов 11-го по счету форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. На этот раз встреча была посвящена инновациям в углеводородной сфере. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин выразили уверенность, что общими усилиями наши страны смогут изменить существующее положение дел в отрасли. О перспективах казахстанско-российского партнерства репортаж Анжелы Гариповой. Регионального сотрудничества главы государств посетили выставку, а после выступили на пленарном заседании форума. Нурсултан Назарбаев в своем обращении к участникам встречи обратил внимание на новые технологические тренды. В первую очередь, это разработка месторождений тяжелой нефти и природных битумов, а также необходимость внедрения новейших разработок в смежные отрасли. Это космическая сфера, машиностроение, робототехника. По его